Подробнее об этой проблеме мы поговорим с нашим экспертом. Сегодня это Алексей Антошкин, заведующий отделом Челябинской ветстанции. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Почему опасно выбрасывать мертвых животных? Ну, опасность вот таких вот трупов, которые мы можем обнаружить в мусорных баках, это то, что мы не знаем причин гибели этого животного, где оно было и как оно здесь оказалось. При этом животное может погибнуть не только от старости, но и от инфекционных болезней, в том числе и опасных и для других животных, и для человека в том числе. Так, а что это за инфекции? Ну, первое – это бешенство, которое опасно и для животных, и для человека. Ну, и также те заболевания, которые передаются непосредственно от животного к животному. И если вовремя трупы не убрать, не утилизировать их правильно, то остальные животные также могут пострадать. Алексей, ну а что делать человеку, который в мусорке или на улице нашел мертвое животное? Как стоит себя вести в этой ситуации? Если такая находка как бы обнаружилась, то, конечно, не стоит самостоятельно пытаться достать что-то там, какие-то манипуляции с ними проводить. Лучше всего, конечно, обратиться в ветслужбу, либо непосредственно утилизацией трупов с улиц города занимается горэкоцентр. А если погиб домашний питомец, что делать в этом случае? Непосредственно с трупом можно обращаться на ветеринарную станцию, где есть место для хранения трупов с последующей их утилизацией в соответствующих организациях. Также этой службой занимается горэкоцентр города. Также можно обращаться и к ним с этой проблемой. Спасибо. И я напомню, мы говорили с заведующим отделом эпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Алексеем Антошкиным.